Привет, мои звездочки! Вот это вторая картина, которую нам прислали из замечательного интернет-магазина закрасить.ру. Ссылочка внизу. И мы вот это все видим, потому что мы из будущего. А вы будете смотреть этот ролик, еще не раскрашенную картину с нуля. И то, как скоро вы это увидите, зависит от вас. И кстати, сам видеоролик будет очень интересным для тех, кто любит творчество. Итак, спускаетесь под ролик, нажимаете на красную кнопочку, поддерживайте нас лайком за наше старание, ведь мы старались 2 дня. Рисовали, разукрашивали эту замечательную картину. Ладно, мы отправляемся в прошлое. Вы увидите ролик, который мы для вас сняли. Удачного просмотра! Вот такие у нас кошечки, милашечки. Вот такая большая картина. Первую картину рисовала Алина сама, а вторую будем рисовать мы обе, потому что здесь 2 кошечки. Это такая шуточка, да? Итак, картина хорошая, на хорошем холсте. Размеры картины 40 на 50. Вот она такая. А если хотите, можете потом ее еще разрисовать. Видите, ребята, здесь тоже 3 звездочки из 5. Значит, рисовать будет несложно. И количество цветов у нас 13. Это немного. С другой стороны коробочки есть инструкция о том, как эту картину рисовать. Вернее, это совет, что с ней делать. Ведется о том, какие есть способы рисования, чтобы их можно было растушевывать. С обратной стороны мы видим, что есть краски по номерам, их немного. Есть 3 кисточки, 2 тонкие и 1 потолще. И есть также крепежи, чтобы повесить картину потом на стеночку. Я аккуратненько распечатаю картину. Если краски повторяются, это значит, что их надо будет побольше. Красок обычно всегда хватает, чтобы нарисовать картину. Можно не экономить. А также у нас опять есть схема. Она помогает для того, чтобы найти труднодоступные места, которые можно разрисовывать. Сейчас я покажу вам краски немножко поближе. Распаковываем. Краски густые. Если вам будет трудно рисовать, можно разводить водичкой. Мы не всегда разводим, если честно. 13 цветов красок, включая черный цвет. И еще немножко о продавце. В интернет-магазине закрасить.ру можно еще приобрести вот такие прекрасные картины по номерам. А также товары для творчества. Ссылочка под видео. Ну что, начинаем разрисовывать. Сначала мы разукрашиваем серые места. Вместо черного у нас коричневый цвет. Thank you.
вот ее дорисовываем. Вот такая у нас получилась замечательная картина с милыми кошечками. Напишите в комментариях, какая кошечка вам больше понравилась. Если вам понравились эти кошечки, эта картина, тогда поставьте палец вверх. Если хотите ее приобрести, приобретайте в замечательном интернет-магазине закрасить.ру. Ссылочка внизу. И еще мы хотим показать подарок бонус. Вот он. Да-да, интересненько, интересненько. Вот такой вот бонус интересный. Вот так вот он. Здесь такой рисуночек на черном фоне, а с другой стороны разноцветный рисуночек с белым петушком. Сейчас мы это будем делать. Поймала, да? Вот такая из черной вышла красочная картинка. Если ты еще не подписался, подпишись на наш канал. Поддержи нас лайком и напиши комментарий, если тебе понравилось это видео. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!